Добрый день, уважаемые подписчики. С вами Садовый мир. Сегодня мы с вами будем обрезать после зимнего периода времени клематис. Вот здесь у меня растет клематис мультиблум. Он относится ко второй группе обрезки. И честно вам признаюсь, что я его обрезала всегда практически до основания. То есть оставляла где-то сантиметров 10-15. Максимум. Дело в том, что клематисы второй группы обрезки цветут на побегах прошлого и текущего года. Но в этом году, вернее осенью, я решила оставить побеги где-то длиной приблизительно до метра. Честно говоря, думала, не сохранятся эти побеги. Но как видите, посмотрите, пожалуйста, выпустили очень хорошие почки. Листочки и практически до самой верхушки. Этому растению уже где-то года 4. Но, как я уже сказала, обрезала я его вот с таким длинным побегом, оставляла практически впервые. Значит, что мы только сегодня будем удалять? Значит, мы удалим побеги, которые обломаны. Затем побеги сухие, которые не перезимовали у нас или, возможно, были плохо укрыты мною. Вот мы произведем такую тоже для них санитарную обрезку. Вот побег, который вообще нам не нужен. Он сломан. И, конечно же, сразу же убираем после себя все вот эти вот побеги, которые не перезимовали. Обрезаем до живой почки. Вот так, чтобы было лучше ветвление. Рядом у меня растет клематис третьей группы обрезки. Я его срезала, как видите, тоже оставила где-то сантиметров 20. И несмотря на то, что он у меня был укрыт только три корневая часть, да, вокруг корневой системы, верхушки тоже все-таки дали, посмотрите, пожалуйста, живые почки, вот они. Значит, тоже обрезаем его аккуратненько до живой части. Вот так. Они кажутся такими, в общем-то, сухими, но я бы не сказала. Смотрите, срез образуется зеленый. Значит, клематисы хорошо перезимовали, несмотря на то, что у нас морозы были до минус 30 градусов. Так. Вот эти побеги, которые сухие, тоже подрезаем. Не оставляем, для того, чтобы лишний раз не развивалась инфекция. Вот такая обрезка, санитарная обрезка и формирующая обрезка производится весной на клематисах первой группы обрезки, извините, третьей группы обрезки и второй.